YouTube. Сегодня большой обзор по 3D принтерам. Нахожусь в центре Москвы. Сзади можете видеть Кремль. Идем на выставку, конференцию с 3D принтером. Но у них несколько пластиков подобных, да, по-моему, прозрачные. Вот так вот. Да. Красиво. Просто покрывали грунтом и дальше уже просто экран. Не просто по пластику. А мы, по-моему, покрываем по пластику, да. Это наши питерские коллеги делали. И да, я думаю, что ну, просто видно по вот, поддержкам, видно, что это сразу краска на пластик. Там больше для адгезии, а здесь больше покрытия. Мне больше всего импонирует мини-куб 2 HD Волгоградский наш принтер сделал 530 тысяч. То есть, Thank you.
нас была промежуточная версия изначально. Который на iPad есть.